пришел. Отдал сегодня денежку за трепло. Через месяц жду детали. Четвертый день.
хорошо. Thank you.
моя стоит, вся идеально, прям ее уложили, два. Просто. О, вот. Смотри, а, смотри, какая. Я тебе хотел сфоткать. А не Саша фоткал. Не, она на самом деле 1,2 миллиона, и там вообще будет. У меня будет огонь. Да, Александр. Вложили просто. Вот она. На, видишь, ты снимал? Видишь, как? Мы с Максом катались. А, это в Рублево, да? Нет, а где? А, под мостом. Под мостом у нас. А, да, да, да. Живописный мост, да? Да, да, да. Так. Сурду, да? Да. Вот она, вот она. Стойми. Вот, смотри, Максим. Маздоценька. Класснятенько стоит. X8. А, Rix, ты все путаю. RX8. Ротор, значит, R. Да, ротор. Как на кобру похоже, видишь? Помнишь, серебряную такую же видели? Ты же сказал, ты же машину. Укрывал. Ну все, теперь выше гоночного. У Максима есть теперь две. Игрушка. Один джип, а одна гоночная, как мы хотели, помнишь? Игрушка. У меня пока ваши турниры идут в три города, я не могу себе позволить. Я спрашиваю, что лучше купить? Порш старый или на турнире кататься? Порш старый. Порш старый стоит 4. Откуда у тебя 4? Ну, если я 4. Продам Nissan... 4 миллиона? 4 миллиона. Да? Я тоже так же сказал, когда узнал, сколько он стоит. Слушай, потенциально? Таким же голосом. Ну, я лучше буду выключать этих 4 миллионов. Нет, ну 4 у меня нет, у меня есть. Просто не сломаюсь. Чего? Просто не сломаюсь. А? То есть, не, может быть, вы не бросаем ездить на турниры, я покупаю себе машину, а вы просто сидите дома. Давай так. Нормальный план? Это хороший план. Мне нравится, мы ездим с ним на Ковалёвых тачках, да. А вы сидите дома. А вы сидите дома, с матрешкой кушаете. Ну, и давай. Учитесь играть под винтом сами. Да, кстати, вот. Нас, знаешь, детство не хотели. Нас никто не учил. Вот это ручки, да. Жарко, мне ножка болит. В Казани видел, как они там, знаешь, там... Ножка валит. Вот нахрен. Так. Идите играть. Хочу сок, хочу папа булочку, хочу это. Какая булочка? Доширак на целый день, и все. Да, да, да. Как у нас сейчас музыка стоит. Ой. Ты легендарную лапшу знаешь. А, доширак? Доширак, лапша такая, знаешь? А доширак. Они не знают, что это доширак. Я знаю. Не знаю. Дима, ты назад раздошку будешь делать? Что ты тянешься? Точно одиночку не хочешь брать? Что? Где? Подожди. Где? 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 Потянись, ты знаешь, садись, вот так нога, и тяни ягодичный. Сзади. Вот так, смотри. Отдыхать куда-нибудь, знаете? Ну, я имею там на драйве. А мы постоянно куда-то гоняемся. Да? Ну, глобально отдых был в Турции, да? Да.
Блин, я хочу зимой накопить. Зимой накопить на какой-то дальний отдых на 3 недели. Типа, не знаю, Таиланд, Вьетнам, Китай. Давайте в центр баланчиком. Не, я шучу, шучу. Сейчас, да, 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 да. Сейчас поработаем. Собирайте стопочку сейчас над парой.
Иначе, иначе вас разорвут.
Блин, я даже поднять ногу не могу. Быстро вообще. Не ручься. Даже если... Быстренько схожу, девчонка, оплачу.
куда ты взял пол лимона? Пол лимона. В машину.
это опасно, они прям одинаковые, и струны одинаковые. И обмотка одинаковая. Вообще нормально. Моя сильно более покоцанная, и это разные ракетки. А, разные? Да. Да, а, да. 6 чего-то, у меня 75. Нет, это N9-2, а это N75. Расцветка? Расцветка абсолютно одинаковая, но по характеристикам, разные? А тоже разная, да, чуть-чуть они отличаются. Ну, это как бы продолжение серии, но, как сказать, там есть другая ракетка, которая больше похожа на эту. Сейчас поменяю. Это чуть-чуть меньше. Немножко разная суть по работе, ну, что работает ракета. Ударные мощи, так сказать, очень близко. Thank you.
Жена у меня обалденный финансист. Ну, она следит там за счетами, за нашими, за всем этим. Нолик забыла. 1,9. Не можем найти. Говорит, посмотри, когда ты снял и сколько. Саш, вы?
я вот на Доме мир. Арбульчик, это жестко. Не смог сыграть. Блин, чуваки круто играют.
считаешь, цель трех удалась?
хорошо так.